Всем привет! Сегодня будем готовить кофе разными способами. В турку засыпаем кофе. 2 чайные ложки на стакан. Заливаем кипятком. Перемешиваем. И ставим на огонь. Доводим до кипения. По желанию можно добавлять сливки и сахар. В чашку засыпаем 2 чайные ложки кофе. Заливаем кипятком. Перемешиваем и в турку засыпаем кофе, чайную ложку, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Доводим до кипения. Закипает, поднимаем с огня, вот так легенько перемешиваем и ставим опять на огонь. Кофе готов. Готовим кофе при помощи гейзерной кофеварки. Наливаем в холодную воду. Засыпаем кофе. Закручиваем. И ставим на огонь. Кофе готов. Готовим кофе с помощью электрической капсульной кофеварки.
Ну что, дорогие друзья, приготовили кофе несколькими разными способами. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. Не жалейте, поставьте палец вверх, если видео вам понравилось. До новых встреч!